В общем, думали мы, что утром поедем вчетвером на рыбалку, да, пацаны? Да. А едем втроем. Потому что Дэн что-то он проспал, не захотел, да, едем. Тут утро такое, красота, реально, пацаны, туман везде так вот красиво. И знаете, вот эта вот природа утренняя. Не жалеешь своих сил, вот что ты зря, кажется, проснулся, да, Саня, там, 4 утра, в 3 даже, мы в 3 встали. В 3 встали, пока чай попили туда-сюда, да, надо вот уже выезжать. Вот смотрите, как туман стелется прям так плотно, ковром таким. Красота, ребят, какая красота! Он Саня, да, свет такой яркий в натуре. Просто жесть. Ни разу не жалею, знаете, что выплыли вот это с самого утра. Ух ты, как оно бьет, оранжевое прям. Туман. Иду по приборам. Так, первый заброс. А что тут очень много травы, да? Саня, рыбина, пацаны, у Санька. Оба она, первая пошла. Смотрим. Стоит там, да, Саня? Сейчас подойду. Сейчас возьму. Ух ты. Есть, да? Давайте этот самый, пацаны. Подсак, передавайте. Да, да, да. Димон, у тебя? Подсака у тебя? Подсаку давайте. Иду, 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 иду. Давай, Димон, Димон, подсаку, я ж возьму, поплыву. Подхожу, Саня, подхожу. Борьба, борьба за щуку, ё-моё. Где же ты, блядь? О! Пацаны, Санин улов, оба! Есть, первый пошел. Саня, тримай шнурок. Ну, все равно зато, слушай, уже жесть, уже жесть. Ну, ребята, и Саня говорит, отпускание щуки. Оба. Да ты что? Еще брызгал еще. Ты ей свободу дал, а она, слушай. Ага. Ну что, ребят, прошло у нас полчаса, и пока тишина, ни у кого больше ничего не было. Вообще, водоросли, травы, неимоверно сколько, постоянные зацепы. Будем пробовать разлавливаться дальше. Солнышко уже начинает припекать, лето в самом разгаре, так сказать. Вот так вот. Ну попробуем, может все-таки удача нам улыбнется. Санек, подсак! Есть. Есть. А может и так попробуем?
А может и так попробуем. Охо-хо. Санёк! Санёк-то далеко. Ёлки-палки. Да беру! Сейчас мы в лодку закинем. Тихо-тихо-тихо-тихо. О! О! Тихо-тихо-тихо. Тихо. Есть. Есть. Тихо-тихо-тихо-тихо. Успокойся, красотка. О! Как я ее, да? Взял. Причем, ё-моё, взял ее снизу, просто засек на хватке. Вот это удача. Подфартило. Так. Оба. На что-то, да. Надо, чтобы ты ее этот освободил. Бедолаху. Смотри, как ее засек. Понял? Она атаковала, видно. И снизу ударила, да, и снизу засеклась. И повезло, что я ее как раз за этот забрал. Так, ну что, нормально уже, да? Хоть расклевался я, е-мое, блин. Собака так, да, взялась? Еще одна щучка, ребята. Вот такая вот красотка. Ну, Сань, покажи ближе ее. О, видите? Супер просто. Нормалек, да. Все равно отлично. Ребята, взял на троллинге. Повезло. Оба-на. Ух, ух, ух. Вау, что ты творишь, щука? Короче, рыбалкой мы довольны, рыбку вы увидели. Все, в общем, неплохо. Было не супер, но, тем не менее, мы не скучали. Вот так прошло утро. Так сказать, вылазки, вот. Мы собираем наши шмотки и потихоньку будем катить. Санек будет катить домой, а я назад на свой палаточный городок и продолжать отдых.